9 автомобильных наездов на детей зарегистрировано с начала года в новосибирских дворах. Сегодня сотрудники госавтоинспекции напоминают о безопасности движения. Все дорожно-транспортные происшествия практически по вине водителей транспортных средств, таких как автомобили. Если мы посмотрим, что же за дети попадали под колеса автомобиля, это дети на самокатах, дети на велосипедах и пешеходы, которые играли во дворах жилых домов. Дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом на территории города Новосибирска не зарегистрировано. Один из наездов произошел во дворе на улице Пархоменко. Здесь установили специальную информационную табличку. Кроме того, инспекторы ГИБДД расклеили объявления у подъездов и поговорили с жителями. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, взрослые должны учить детей правильно переходить дорогу и выбирать безопасные места для игр. В этом году дети уже около 60 раз попадали в аварии. Я рассказываю, учу. На пешеходном переходе постоянно я учу, чтобы сначала остановиться, потому что водители бывают всевозможные, и которые не останавливаются. Убедиться, что машины остановились, а потом уже переходить дорогу. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.